А в Костанае преступление совершил полицейский. 42-летний страж порядка убил свою сожительницу, а потом повесился сам. Трагедии предшествовала череда ссор между ними. Женщину с ножевыми ранениями и ее сожителя, 42-летнего сотрудника местной полиции, в петле обнаружили сегодня. По предварительной версии, преступление произошло на почве ревности. Близкие к паре люди рассказали, что у них часто бывали конфликты, ведь возлюбленная была младше его на 13 лет. В отношении полицейского даже было начато досудебное расследование. Его подозревали в том, что он умышленно повредил автомобиль отца своей сожительницы.